Ух ты. Все развивается, а все полны оптимизма. Бодрую картинку и активных участников образовательного процесса в Центре детского творчества номер 2 мы поймали буквально в сентябре. Тогда о пандемии и связанных с ней ограничениях говорили пусть и не в прошлом времени, но, скажем, с надеждой на светлое и, главное, неудаленное будущее. Хотя генеральная репетиция дистанта все-таки состоялась. В летний период, в июне, июле, августе у нас проходило дистанционное обучение по некоторым дисциплинам, как подготовка к школе, основы финансовой грамотности, компьютерная графика и дизайн. Ноябрь огорчил. Доп. Образование вновь на удаленку, за исключением малых групп, в составе которых не более 8 человек. При этом ульяновские вузы на частичном дистанте с 26 октября и до особого спецраспоряжения. А детские сады открыты с 1 сентября и по сей день. Переход на работу дежурных групп в дошкольных учреждениях не планируется. Ничто не мешает родителям принять решение самостоятельно. Вести ребенка в детский сад или не вести. Никаких ограничений здесь для родителей нет. Специальных никаких рекомендаций здесь быть просто не может. Школьники учатся, но это лишь пока. 16 ноября начинаются плановые каникулы по завершению первого триместра. Неделя отдыха, своего рода передышка и желаемый разрыв цепи многочисленных контактов. Вернутся ли за парты 23-го? Региональные власти примут решение, исходя из эпидситуации. Ежедневный мониторинг ведется по всем учебным заведениям и сразу по трем инфекционным позициям – ОРВИ, пневмонии, ковиду. Пока серьезного роста заболеваемости не отмечено, однако на всякий пожарный Ульяновская область к дистанту готова. Техническое оснащение в полной боевой, квалификация педагогических кадров в соответствии. Интернет подключен, правда, с нюансами. В небольшом количестве школ он недостаточно мощный, недостаточно скоростной, но он есть везде. Тогда как в домах, где проживают, собственно, детки, интернета может не быть. В этом случае мы используем разные варианты, в том числе и на флеш-носители. Единичные случаи ребенок может дойти до школы. Но это на экстренный случай. А пока верим в добрую классику очного формата и проводим каникулярную неделю по возможности в домашних стенах. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.